Добрый день, это Саги, представитель компании Cardo. И сегодня он нам покажет, как подключить пассажира в группу DMC, если гарнитура пассажира этой функцией не обладает. Саги, прошу. Привет всем. Начнем с пактоков. Включаем один из них. Второй. Создадим группу DMC, включаем пэринг на одном пактоке и на втором. Сделаем одного из них админом, например, этого. Они подключились, сейчас админ ищет еще гарнитуры. Он будет искать их еще 20 секунд. Как только он не найдет еще одну, он вернется в нормальный режим и будет подключен со второй гарнитуры. Все, они подключились. Теперь они могут между собой. Их слышно. Теперь, чтобы подключить фриком в группу DMC, мы берем одну из гарнитур пакток, переводим ее в режим Bluetooth, нажатие вот этих двух кнопок, включаем гарнитуру, которая не имеет DMC, в данный момент Freecom 4, включаем пэринг, также включаем пэринг канала А на пактоке, обязательно канал А, обязательно последняя прошивка. Они подключились. Теперь мы переходим обратно в режим DMC на этом пактоке. Ждем пару секунд, чтобы он зашел в режим. Все. Теперь эти пактоки между собой говорят, Freecom их не слышит. Мы вызываем Freecom в группу DMC одним нажатием на кнопку интерком на том пактоке, который его присоединил. Теперь Freecom тоже находится в группе DMC и все его слышат. Можно приблизить, пожалуйста, камеру, чтобы было слышно. Все слышат всех. Freecom должен быть как пассажир. DMC мост работает на расстоянии, водитель-пассажир не более того. Спасибо, Саид.